какие животные по религиозным канонам могут содержаться в жилище, в доме? Сейчас многие удивляются тому, что, оказывается, собаку в доме держать нельзя. Действительно, собака является нечистым животным, а кошка является чистым животным. Почему это так, никто вам не ответит. Это просто данность, которую мы читаем в Ветхом Завете. Господь Моисею сказал перечень чистых животных и перечень нечистых животных, которые не должны жить вместе с человеком. Поэтому здесь мы должны вот соблюдать просто эту канву событий и все. То, что изложено в Священном Писании, проще всего на него опираться, ничего не выдумывать.